Нашей страны. Мы победители сегодня. Мы торжествующая партия, торжествующий народ, торжествующий рабочий класс. Но всем этим, товарищи, мы обязаны тем, кто организовал нашу партию, кто вел ее от победы к победу, кто провел ее через октябрьские дни, кто на полях гражданской войны защищал и защищал советскую власть и отстоял его. Это мы обязаны товарищу Ленину, великому из величайших людей всех веков. В 30-м году его ученик, нами всем обожаемый, наш Сталин сказал следующее, съезду партии. Только слепые не видят, что в психологии масс и в их отношении к труду произошел громадный перелом, корне изменивший облик наших заводов и фабрик. Самое замечательное соревнование состоит в том, что оно производит коренной переворот во взглядах людей на труд. Ибо оно превращает труд из зазорного и тяжелого бремени, каким он считался раньше, в дело чести, в дело славы, в дело доблести и геройства. Разве эти слова, сказанные в 30-м году, отцом этих героев, которые здесь имеются, Стаханов, Дюканов, Виноградов, Бузыгин и так далее, не оправдывается на их примерах. Без систематического роста производительности труда, как в области промышленности, так и в области сельского хозяйства, мы не можем разрешить задачи реконструкции. Не можем не только догнать и перегнать передовые капиталистические страны, но даже отстоять свое самостоятельное существование. Поэтому проблема роста производительности труда имеет для нас первостепенное значение. Вот, товарищи, если взять теперь и сказать, что же сделали вот эти товарищи? Они сделали не то, что там два раза увеличили добычу угля, или там работают на несколько станков больше, и зарабатывают больше. Это все есть, это все хорошо. Но они именно дали нам то, без чего окончательная и бесповоротная победа социализма невозможна, как это утверждает товарищ Сталин и товарищ Ленин. На самом деле, если производительность труда не вырастает, если страна не становится богатой, как, какой же из него социализм? Разве социализм может быть на
бедности, на нищете никогда. Социализм может быть только тогда победит, когда становится полнокровной, богатой, могучей от этого становится. Когда все население живет так, как надо жить хорошему гражданину социалистической страны. Вот мне кажется, в чем смысл работы товарища Стаханова и Стахановцев. Мы вступили, вне всякого сомнения, в такую пору нашего развития, когда мы будем иметь возможность полностью целиком обеспечить наших граждан так, как нигде в мире. Мы создали огромнейшую промышленность. Мы построили в старой, бывшей дореволюционной России первоклассную индустрию. Это сделали наши хозяйственники, это сделали наши инженера. И товарищ Сталин наше развернутое социалистическое строительство называл пафосом строительства и потребовал от нас пафос освоения. Тяжелая промышленность снабжает нашу Красную Армию всем необходимым для обороны страны. Мне кажется, я имею право заявить с этой трибуны товарищу Сталину, всему нашему центральному комитету, нашему Климу Ворошилову, что богатыри, которые опрокинули вверх ногами все буквально, что было старое и в нормах, и в ученых писаниях, эти богатыри дадут такие орудия, такие средства обороны страны, что разгромим буквально всех, кто думает оглянуться в нашу сторону. Несомненно, что наша страна стахановским движением укрепляется так и становится такой могучей, что никакому Гитлеру, никаким японцам думать о том, чтобы у нас вот кусочек земли нашей страны отцепать, это не выйдет никак.
18 февраля в 17 часов 30 минут в Москве у себя на квартире в Кремле от паралича сердца скоропостижно скончался народный комиссар тяжелой промышленности, член Политбюро Центрального комитета Всесоюзной коммунистической партии большевиков, товарищ Григорий Константинович Орджоникидзе.
рабочий коллектив нашего завода очень понравился. С таким, говорит, коллективом можно жить и творить чудеса. Это верно. Вторая встреча, это была в сентябре месяце в Кисловодске. Прошло приблизительно полгода после того, как я была у него с письмом. Он узнал меня и прямо говорит: товарищ Боровик ставил прибора? Да, говорю. Как приятно опять встретиться, я говорю, с тобой, товарищ нарком. Приблизительно минут 20 мы с ним рядом беседовали, шли вместе с ним. Он так по-отцовски, так заботливо спрашивал: как работаешь? Как работает ваш коллектив завода? Как живешь? Есть ли семья? Учатся ли дети? В каких условиях? Товарищи, после такой встречи, после такого разговора, тяжело вспомнить, что его нет больше с нами. Но я думаю, товарищи, что его бессмертное имя никогда, никогда не умрет. Оно останется в сердце, в сердцах всего рабочего класса нашего союза и, в частности, рабочего коллектива нашего завода, который носит имя Сергея Орджоникидзе. Столица, сердце великой страны социализма. Великий вождь, руководители партии и правительства у гроба большевистского полководца. Неувидаемой славой побед гражданской войны.
соратники и ученики, бойцы двух сталинских пятилеток, рассвету которых отдана была его замечательная жизнь. Стахановцы, которых неустанно вел Серго к героическому труду, к трудовым подвигам. Сталинские питомцы, которых Серго воодушевлял на героические завоевания воздушных пространств. Объятых единым огромным горем, отдают последний долг любимому Серго. Теперь тебя, дорогой товарищ Серго, нет с нами. Тяжесть этой утраты неизгладима. Ее с болью будут переживать все трудящиеся нашей страны. Мы потеряли тебя в момент, когда наша страна достигла торжества социализма. Победах, завоеванных нами путем великой борьбы, большая доля твоих трудов, твоей энергии, твоей безграничной преданности коммунизму. Прощай, дорогой друг и товарищ Серго. Thank you.
этой квартире в Кремле жил и работал наш Сербо. Здесь прошли последние минуты его замечательной жизни. Подножье величавых гор, в деревне Гореша родился Серго Орджоникидзе. Вот дом, где он провел свое раннее детство. Тяжелое детство в семье бедного крестьянина. В этой школе он учился. Старый Виссарион Цицкашвили, школьный учитель Серго, с любовью вспоминает о своем ученике. Отсюда, через горы и долы, уходит Серго в большую жизнь революционной борьбы. Баку, под непосредственным руководством Сталина, он получает первое боевое крещение. Здесь, в Сураханах, в рабочем районе Баку, работал в 1907 году товарищ Серго. В этой казарме промыслов Ротшильда, во враге за Романами, в полуразрушенной башне не раз на подпольных собраниях звучала горячая речь Серго. Царская тюрьма, Шлиссельбургская крепость. Жандармы давно преследуют Серго. Они знают о его встречах с Лениным за границей. Они знают его роль на Пражской конференции. Они знают о его побеге из Сибири. Твердый и несгибаемый, он идет через 3 года в якутскую ссылку. Но никто и ничто не может сломить его волю к борьбе, его веру в победу партии и рабочего класса. Он опять в Баку, славный полководец гражданской войны, один из неутомимых организаторов нашей непобедимой Красной Армии. Крепнущей Красной Армии частица души и сердца Серго. И уже через 3 года в Тбилиси на военном параде неузнаваемы красноармейские части.
это не существует. Всем известно, и врагам, и друзьям, что в нашей стране таково это мы, большевики, диктатура пролетариата. И эта диктатура пролетариата сегодня имеет под собою высокую техническую индустриальную базу. Это наша сила. И эта сила, эта мощь создана главным образом. Благодаря тому, что во главе нашей партии, во главе нашей страны был товарищ Сталин, который в самые тяжелые моменты в жизни нашей страны, а эти моменты были, товарищи, он ни разу не колебнулся, ни разу не испугался этих трудностей и выбросил лозунг. Нет таких крепостей, которых большевики не могли бы взять. И на самом деле, укажите мне такую крепость, которую бы мы с вами не взяли за эти годы. Таких крепостей нет. В том кремлевском дворце на совещании стахановцев собрались лучшие люди страны. Большевистская партия, большевистская страна идет все впереди и впереди, иначе быть не может. Страна индустриализированная товарищем Сталиным, а это, товарищи, не так легко было. То, что мы сейчас говорим, это вот не так было все. Не так легко было. Теперь можно гордиться победами и все. А чтобы получить эту победу, надо было масса препятствий преодолеть. Масса трудностей. И все время, в тяжелые минуты, когда нам было трудно, мы имели своим знаменосцем товарища Сталина. Как 8 лет тому назад под руководством товарища Сталина я учился в Бабинского пролетариата. 15 лет 9 месяцев тому назад по прямому указанию товарища Ленина и Сталина вместе с товарищем Кировым Николяном нам было приказано идти Красной Армией на помощь азербайджанским трудящимся, бакинскому пролетариату, чтобы освободить его от ненавистного мусаватистского правительства, межнациональной резни, правительства беков и капитализма. И вот когда после этих 15 лет и 9 месяцев смотришь на Азербайджан, конечно, душа радуется от тех огромнейших успехов, которые достиг Азербайджан за это время. Не имеет таких прекрасных женщин, как наша страна. Свободная, советская, гордая женщина. Ни одна страна ее не имеет. И наша страна имеет эту женщину, эту мать, эту жену, эту сестру только потому, что партия Ленина Сталина победила. Под руководством этой партии мы побеждали в октябрьские дни. Под руководством этой партии мы отстаивали советскую власть от белогвардейцев. Под руководством этой партии мы ведем строительство, победоносное строительство социализма нашей стране. Маршрутом, по маршруту товарища Сталина, путевкой товарища Сталина, наша страна идет от победы к победе. Вот по этому маршруту, этой путевкой наши дорогие товарищи Чкалов, Байдуков, Беляков, Бабинин,
Да здравствуют наши герои! Чекалов, Байдуков, Казаков! Да здравствует догновитель догнавших побед! Организатор наших побед! Наш великий Сталин! Руководители таких, как наш Сталин, не имеет ни одна страна. Вот эта страна, возглавляемая нашей партией, может разрешать любую задачу. И никакая волость вроде Троцкого не касается такого радика и всякой этой дряни ни черта не может делать. Ни на секунду не может остановить эту движущуюся вперед огромнейшую армию по 70-миллионному населению вооруженной ленинско-сталинской марксизмом головорезью.